sorry, sorry. Psych. Показываю своим братикам, короче, свой самый первый видос на ютубчике, как мы там с братишкой пиздили. Они мне, короче, не верили, прикиньте, что махаться умею. Вот, зацените, как я раньше выглядел. Сейчас разденусь и пойду ему наковыляю. Ну, это давай перемотаем, что на него смотреть. Сейчас начнется, смотри. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Всем салам алейкум, ёпты, с вами Жабен, еще давно мы с вами, пацаны, не виделись. Я за это время, короче, пока мы не виделись, снял себе вот этот бледушник. Давайте я вам покажу, что тут вообще есть. Ну, во-первых, здесь у меня, короче, есть мой личный оператор, зацените. Да, ну да, личный. Пацаны, вы не думаете, я не в рабстве, нет. Это просто по дружбе. Пиздишь, как дышишь. Ну, конечно, пацаны, по дружбе. Я же, ну, всегда говорю, мы просто по дружбе. Один раз, как говорится, не... А давай им комнату нашу покажем. Только тихо, чтобы Махмуда не разбудить. Мы, короче, живем здесь вчетвером, вот в этой комнате. Ну, правда, еще не купили тут ни кровать, ни диван, ни хуя, стены голые. Но очень скоро обязательно купим. Бух, ёпта! Пацаны, мы, короче, выбрались в центр, сейчас будем зарабатывать себе на мебель. А этот цыпа мне поможет. Ну да, помогу. А как поможешь? Буду говорить. Тихо, не надо сейчас об этом. Что, ты не пидор? Ну, ребят, он не гей. А там запись идет? Ну да. Короче, ребята, вы все сами слышали. Ну камон, она врать не будет. И мы это все сняли на видео. Покажи Махмуда, оператора. Вот он. Все, Махмуда не снимай, снимай меня. Короче, твари, я говорил, что я вас найду. Ну че, чмошники, смотрите, скажи че. Жопка, кто из вас писал в комментах, что я заднепривод? Ну я писал. Я тоже писал. Ну короче, пацаны, как вы поняли, я поймал этих чмошников, которые под прошлым выпуском там везде спамили. Жабка такой, сякой. Мама, сякой. Привет, я... Хары снимать ее. Ну короче, пиздюки, сейчас будем по-мужски с вами разговаривать. Вот за то, что комменты писали, сейчас каждый из вас должен ёбнуть шпака. За деньги. После того, как пыхнете. Бабки-то есть у вас? Да, все есть, есть. А, ну все, ништяк, сейчас бахните. Кирюша, передай привет. Здорово, это Кирюша. А это Махмуд. Скажи что-нибудь. Сегодня купим кровать. Заебись. А ты чего убегаешь? Я не гей. А, он не из наших. Короче, мы стартуем, пацаны. Сейчас будем баблишко поднимать. Кому первому дадим? Давай ему. Вот этому, в красный? Окей. Нихуя у тебя шпака. Тебе советую вот этот вот. Вообще шпарит. A few moments later. Чё, как тебе шпак? Вставила тебя? Да, заебись, пизде вставлю. А ты не хочешь? Ты чё, шпака не хочешь? Отказывай, шпак. Бля, они вообще весь шпак у меня скурили. Прикинь. Все, братишка, это последний. Весь не бери, чайки, блядь, налетели. Ты заплатил, а ты на карту переведешь. Смотри, если не переведешь, я тебя найду. Мы, пацаны, подняли бабосик. Нам тут хватит и на кровати, и на диван. Ты рад? Ну да, я рад. Запарился на полу спать. Ну хоть не в ванне. А ты что, в ванне спишь? Сейчас покажу нашу новую кровать. Ебать, это что? Жабка, жабка, что там? Что там, жабка, что там? Что там? Охуенный шпак, братан. Я зашел, а там у Махмуда болтается между ног. Много шпаков ебал. А я тебе сказал, не надо третяги делать. Ну а хули, если ты не куришь, блин? Я поэтому один ебался. А они там что, шпили-вили, что ли? Я хочу кровать показать. Ребят, сори, что помешал вам. Беныч, ну неподходящий момент. Да, нет, пацаны, показал. Бро, Махмуд. Махмуд. Здорово, заебал. Все заебись. Кровать охуительная. А ты ее уже затестил? Братан, мы всю ночь ее тестили. Иди сюда, давай ему видос наш покажем. Мы, короче, сняли, как мы ее тестировали с ним. Ебать вы извращенцы. Так же хочешь? Ну ты зацени, как круто. Нам ведь-то скучный. Пошли у Кирюши спросим. Кирюш! Че ты? Че делаешь? Сори, что помешал тебе писюн теребонь. Ты бы видел, братан, что там за кадром осталось. Эй, да вы что ли на этой кровати? Блять, да вы могли бы хотя бы постельное поменять? Я-то думал, тут молоко разлил, Кирюш. Молоко топ. Он пробовал. Кука! Кука! Он спалил! Он спалил! Че он спалил, Жабен? Выруби свет! Выруби свет! Нахер вырубать свет? Пацаны, пока. Ну че, Жабен, че они там спалили? Че? Че такое? Че-то интимное, да? Интимное? Ема! Это ты так пируэты выкручиваешь? Братух, ну ты же собирался, кука, завали ебало. Ну не грусти, Вань, они никому не расскажут. Чтоб завтра съебались отсюда. Приютил, блядь, бомжей ебаных. Я в охуевайсе. Я думал, что удалил это. Это я восстановил из удаленных. Гандон. Ну теперь за это я тебя выебу. Ждите завтра еще один новый видос. Коллаборация с кукой. Вырубай камеру, сладкий. Я уже, кстати, камеру подготовил. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой.